Да, это, конечно, особенное место для любого человека, который знает фамилию Рахманинов, потому что это пропитано настолько какой-то вот необъяснимой, совершенно вот невозможно объяснить словами. И огромное спасибо еще раз Александру Борисовичу, который сохранил эту атмосферу внутри, вплоть до наволочек, постельного белья. И, конечно же, самое главное, вот та аура, которая с первых же шагов ты понимаешь, что это совершенно какое-то невероятное место. Это вот так называемая специально построенная лодочная станция Сергея Васильевича, где он садился в лодку, управлял, путешествовал по этому удивительному озеру. Здесь специальная лестница, которая импровизированная, которая идет как раз к дому наверх. В очередной раз я убеждаюсь в том, что этот вид такое, я бы сказал, мини-Байкал. Мини-Байкал, что-то есть. Вот. Который раз сюда приезжаю. И какие-то кусочки напоминают очень мне мою родную родину. But it must be beautiful to know that he lived here and that he played this piano. Oh, yeah. And, he wrote music here. Mm-hmm. Scenario just for my globe. You are very active on social media, I see. Yeah, I like this so much. The problem is I don't understand the word. Да, это вот тот самый знаменитый костюм Сергея Васильевича. Его кепка. И тут на этой знаменитой фотографии здесь же в Синаре. Это гостиная. Нет, здесь это такая комната отдыха, потому что гостиная. Сергей Васильевич. Тут вход в Синар. Такой вид Синара. Потрясающе. Это гостевая комната. Все сохранено полностью. Вот именно в той атмосфере, которая была, я записываю на память. Постельное белье. Особенно это поражает. Постельное белье. А здесь простыни 24 штуки. Это... И полотенце. Поэтому я покажи, где вот, вот. Где этот. Вот да. Инициалы. Да, да. Смотри. Каждый. Каждое полотенце, каждая простыня. Сергей Наталья Рахманин. And down we have a holder fork and knife also. Вот. Это его ванная. Но в том виде, который был. Тогда ты сам говоришь, сохраним все. А вот здесь еще спальня. Ну, кровать, к сожалению, он сейчас ремонтируется. Но вот это спальня, Сергей Васильевич. Но это все подлинники. Фотографии покажи. Такой вид из окна. С 30 по 30. 9-й год. Вот эту фотографию я, кстати говоря, никогда не видел. Вот это Сормади, это известно, а вот это с концерта. Вот этот самый знаменательный момент. Это гостиная в Синаре. Ой. Описать словами, что происходит здесь, когда ты делаешь этот первый шаг, невозможно, потому что здесь стоит этот рояль, с которым я очень хорошо знаком.
подарок американского Стэнвэя Сергею Васильевичу в конце 20-х годов. На нем он здесь записывал как пластинки, так и свою музыку. Рапсодия на нем Паганини здесь записано. Вот за этим столом все сохранено абсолютно. Вот именно в таком состоянии, в котором и было тогда. За что огромное спасибо Александру Борисовичу, который не то что воссоздал эту атмосферу, а просто сохранил ее. Вот эти диваны, которые абсолютно вот из того времени, я вам еще некоторые моменты покажу, Синара уникальная. Вот, это его ноты, в втором даже архив. Очень много разных фотографий, писем. Ну, это известные фотографии, руки, которые стоят миллион долларов. Была статья в New York Times. Вот, поэтому здесь вообще говорить очень сложно, потому что здесь просто хочется вот ходить, дышать этой атмосферой. Это вот фотография Сергея Васильевича, который пилой дрова заготавливает для какой-то надобности. Это телефон, который был обнаружен, кстати говоря, недавно. Но это точно абсолютно подтвержденный факт, что это телефон Рахманинова, который здесь стоял в 30-х годах. Да, Федор Иванович, здравствуйте. Я сегодня не смогу, я дописываю рапсодию на тему Паганини. Было, наверное, примерно так. В общем, не могу больше говорить, потому что здесь совершенно хочется просто здесь подышать и побыть в канун открытия Люзерского фестиваля, где будет исполнен третий концерт Сергея Васильевича. Я перед этим должен здесь немножко подышать.